Сталина посещал Лакова, главы национальной полиции Сергея Николаевича Князева. Мы вместе с вами скорбим. Могу сказать только слово благодарности за то, что действительно вы воспитали достойного офицера, который выполнял свои обязанности и стоял на страже закона и порядка. Огромное горе. 27 лет. Вся жизнь впереди. Огромные планы. Двухлетний ребенок. И все это оборвалось в один миг. От пули просто преступника, какого-то подонка. И уверен, Сергей ни минуты не сомневаясь, пошел на это задержание ради одного. Чтобы мы все были в безопасности. Вы воспитали прекрасного сына, сына-героя. Вечная ему память. Уходят лучшие самые. Действительно, для детской полиции невосполнимо вообще. Был настоящим офицером, настоящим бойцом. Поэтому вечная память в сердцах детских полицейских. Сергей будет всегда.